Итак, всем привет, с вами снова, ну, первое у меня другое имя в Ютубе, поэтому я теперь Knife GS. Да, я здесь хорошо прокачан, но единственное, что я не открывал новый остров, потому что его так недавно добавили. О, кстати, тут еще еще стадии добавили, хотя она, пока эта обнова не вышла, у меня была самая последняя стадия. Ну-ка, а что там по прыжкам, кстати? По идее же должны быть новые способности. Да, только что-то они вообще не такие. Мне налегке на них хватает. Давай. Кстати, вот сейчас не знаю, но на данный момент, ну, точнее, не на данный момент, а пока еще обновления не было, у меня был самый лучший глайдер. Сейчас не знаю. Вот рил, сейчас я не знаю, какой у меня глайдер. Самый лучший или плохой? Кто играет в Soda Simulator, можете, ну, кто этот прокачался там хорошо, и этот, и давно ждет обновы, вот, после моего видео можете зайти, посмотреть. GS это значит games. Knife, ну, мне друг объяснил, но я у него еще переспрошу. Так на видео. Скажу, что по случайности удалил то сообщение. Так. И что у нас тут на арктическом айленде? 250 000. Есть Годли. Пет. Так, Ice Cube. Эпический. Где он? А вот. Статы так себе. А, нет, вот этого он перегоняет, кстати, по статам. Вот этого он во всем перегоняет. Так, открываю дальше. О, вот это уже Legendary. Так, где-то 50. Блин, что так мало? Никто не знает. Этот выпал вот такой мистический хавок, который вообще статы офигенные. Ну, как бы я его еще до 7 уровня прокрейдил. Хотя нет, вот эта легенда лучше, чем космический Гюард, хотя это мистический. Да вы задолбали. Ладно, пойду посмотрю, что там. Самый лучший глайдер или как? Так. Ага, глайдер за 1 000 000 000 появился. О, Frozen Chest. Сколько конфет? 20 000. А мои питомцы дают мне 4 000 000. Ну, 4.5 миллиона. Да блин, да вы задолбали. Ой, как же надоели. Вот так уже в любом режиме. Вот я играл в Sword Elite вне записи. И обновление на серверах было так... Ну, 2 штуки. Меня так бомбило после этого. Чего? Я штука заспамился. Чё еще, блин? Ой-ой-ой, где там эти порталы? Вот они.
Было бы вообще смешно, что у меня остров Арктики вообще не сохранился. Было бы смешно просто. А, тут обычная продажа. Ну-ка, а сколько я получаю? 72 тысячи. Блин, я потерял. Все. А, вот. Ну, покупай. 250 косарей, конечно. За это. Ну, что-то жалко. Нет, ты сегодня откроешься. Ладно, давайте питомцев удалять этих. Они мне все равно не нужны. Ангел Фейри. Данный! И чё? У меня все есть. Эпический куб. Ой, ледяной эпический куб мне нафиг не нужен. Снова ангел. Фантом. Я не понимаю, зачем я оставляю питомцев, которые мне уже не нужны. Ну, мне до сих пор показать 17. У меня же вообще их 3. Опять стервак завис. Да что ж это такое-то? Бесит. Угу. Блин! Надеюсь, я не потратил. Понятно. Я уже содоривал. Что такое? Ладно, придется перезайти. Чуть залагало жестко. Кстати, вот в какие игры я играю. Ну, Map City это редко. Вот, вроде бы нормально. Бак. Острова-то остались. Хотя, стоп. Может быть, эти... Разрабы, может, так сделали, чтобы острова не пропадали при покупке стадии. Честно, не знаю. Так. Так. Ой. Я прокачиваюсь мусорным ведром. Вообще прекрасно. О, 770 миллионов получил. Так, покупаю бутылку, покупаю вкусы. Так. Вкус привидений. То есть это котел, в котором
Напиток со вкусом привидения. Логика. Шкаливай. О, уже триллиончик. Это поскольку моя новая стадия стоит? Ну, точно, следующая стадия Гладиан. Ой, блин, память отходрила. Ладно, куплю уже себе прыжки, а то надоело по одному делать. Осталось лишь один прыжок купить. Что это лайдеры у меня? Ой, блин. Плюс 2 квадриллиона. Покупаю. Но это не новый вкус. Это еще старый. Уже такое было. Еще до обновления. Кто играл до обновы, поставьте лайк. О! 2 квадриллиона. Это вортекс. Бам! Дальше. А это нормально? Вортекс стоит 6 квадриллионов. А призма 3 квадриллиона. Это может баг какой-то? Скорее всего, да. На 20 миллионов больше. Третий левел. И второй. Так, 5 триллионов. Такс. Пока еще яйцо подкрываю. Все равно я сейчас пойду сзади покупать. Точнее, рано. Ну вот, это уже другое дело. Вот только это 5%. Ой, нет, 2,5. Мне нужен новый, чтобы было все. Все ок. Все окей. Ну, в принципе, тут статы одинаковые, я мог любого выбрать. Да блин, мешается. Теперь я получаю по 329 миллиардов. Ладно, можно попрокачаться пока что. Рар. Горячее какао, что ли? Ладно, все. Открываю и пойду покупать стадию. Сноубол.
Такс. Франк. Физ. Физ у нас что? По идее, вот эти пузырики. Коинс. 26, дома плюс 80. Бам. Так, дальше следующий. Чего? Чего? То есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это было на изи купить. Так дальше 25 квинтиллионов. Это купить нереально. Это уже купить нереально. Это нужно либо ждать в новые и до нее прокачиваться, либо как вот там, либо качаться недельки так две как минимум, потому что я даже квинтиллион монет не заработал, только 100 квадриллионов. И вы еще просите 25 квинтиллионов. А, это кокосовый коктейль. Кокосовый коктейль. А я принял это за этот... За котел с зельем. Так, и что тут у нас? 4 триллиона. Да блин, я же нажимаю прыжок. Чё ты прокачиваешься-то? Так, Лунар Ботл. И Луна. Которая дает мне 10 миллиардов. Ладно, я уже, наверное, на 20 буду ролик заканчивать. Буду его, наверное, буду его монтировать. Ну, короче, вы сами его увидите. Точно сказать не могу, какой будет следующий ролик. На видео какой будет следующий. Но могу сказать, что это видео будет продолжаться. Как бы под тема видео, про которое я сказал, типа вы должны набрать хотя бы 5 лайков. Вы не проголосовали за то видео, вы не поставили 5 лайков, поэтому... Ага, то видео не наберет 5 лайков, я не буду снимать Майнкрафт. Я не буду снимать Майнкрафт, пока вы не наберете под тем видео 5 лайков. Я даже не помню, что это было за видео. Потом буду пересматривать эти самые новые мои видео. Может, там я что-то расскажу. Но я не помню. Точно сказать не могу, на каком именно видео. Но могу сказать то, что это точно. Я теперь качаюсь шариком. А, кстати, вот это типа моя голова. Я вам покажу, как ее получить. Я не знаю, как на компьютере, но на вообще, я когда пролистывала на компьютере, это у меня была третья страница. На телефоне это у меня была четвертая. Как бы тут все по-разному. Ну, телефон и компьютер — это же разные вещи. Типа, на компьютерах есть некоторые игры, которых нет на телефоне. Ну, как некоторые. Все. Но можно скачать приложение такое BlueStacks, которое... через которое вы можете... Ну, это на компьютер. Через которое вы можете скачать мобильные игры. Но это будет не Play, не Apple Store, а Play Market. И вам нужно будет регистрироваться через свой Play Market, ну, через свой аккаунт Play Market. Так, попкорн стоит 33 квадриллиона. Ледяной кон. Такс.
это стоит? 200 квадриллионов? Фигеси. Так, я сейчас куплю все апгрейды. И буду вам показывать, что это за консоль. Так, Live Game. Короче, смотрите. Вы заходите в блог, в блоге. Вот. И ищите новость на 1 апреля 2019 год. То есть... Или стоп, на третьей странице. Блин, я сам запутался. Так, это у нас чё? Чё? А вот это недавно было. Первая страница. Вторая страница. Третья. Ну вот, как я и сказал, четвертая страница на телефоне. Ну, короче, вы ищете вот эту надпись в блок Roblox. Вот Roblox announces its first gaming console Roblox. Happy April Fool's Day. Веселая апрельская шутка. Что это такое? Нет. Короче, перевести на телефоне я не могу, но на компьютере вы можете нажать правую кнопку мыши и нажать перевести на русский. Вы, если вам интересно, вы можете все это прочитать. Ну вот, вы как бы пролистываете в самый низ, и вот тут ссылка, и написано «Апрельская шутка». Вы на нее нажимаете, и вот консоль Roblox. У меня она уже есть, потому что я ее вне записи взял. Она просто бесплатная. Вот, как она выглядит. Ну, короче, вы поняли, что я вам объяснил. Итак, всем удачи, всем пока. С вами был Knife GS.